Друзья, всем привет! Вы на канале Invest Future, с вами Кира Юхтенко, и это 110-й выпуск нашего еженедельного Invest Show. Я коротко напомню, что в рамках Invest Show я показываю 4 своих портфеля, один выпуск посвящен одному портфелю, и сегодня у нас день, когда я показываю и рассказываю про свой Благофель, портфель, который наточен на получение пассивного дохода, дивидендов и купонов. Ну и также, как всегда, в конце каждого выпуска я разбираю одну идею для ленивого портфеля, которую я добавляю в лист ожидания. Поехали! Ну что, друзья, начнем с моего дивидендного благофеля, как мы его нежно назвали с командой. Это благотворительный портфель. Почему он так называется? Потому что этот портфель заточен на получение пассивного дохода, дивиденды и купоны, и все эти средства направляются на благотворительность. Портфель растет, все больше и больше денег мы можем на эти цели направлять. Сейчас я пополняю свой, ну давайте называть его условно дивидендный портфель, на 100 тысяч рублей в месяц. Потом я надеюсь, что у нас получится функционал, чтобы я могла предлагать и вам также участвовать в формировании нашего дивидендного портфеля, но пока вот своими силами как-то мы справляемся с командой. И целевое распределение активов – это 75% акций без привязки к странам и валютам, акции, которые платят высокие дивиденды, и акции компаний, которые достаточно стабильны. Мы должны не бояться покупать их, условно говоря, на вечный срок, да? И 25% это, соответственно, надежные облигации, государственные и корпоративные. Текущая структура портфеля: 71% акций, 27% облигаций. В принципе, вполне приемлемая структура, небольшое отклонение от цели. И сегодня могу позволить себе купить в портфель только акции. Но давайте, прежде чем покупать, небольшая информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска, а потом подробнее покажу целевую и текущую структуру по активам и по доходности. Итак, друзья, свежие новости от Тинькофф Инвестиции. Брокерская компания разыгрывает 100 призов по 1 000 000 рублей среди новых и действующих клиентов. Как поучаствовать? Для этого нужно просто покупать фонды Тинькофф, и все покупки при этом совершаются без комиссии, и получаются билеты за каждую 1000 рублей. Чем больше билетов, тем ближе к 1 000 000 000. Розыгрыш пройдет 29 декабря. Все подробности вы найдете по ссылке в описании к этому ролику. Итак, друзья, возвращаемся к дивидендному благофелю. Как выглядит целевая структура по секторам экономики, к которой я хотела бы стремиться? Смотрите, мы с командой посовещались и решили, что оптимальным будет такое соотношение активов: 15% телекомы, 15% потребительский сектор, 10% нефть и газ, 10% технологии, 10% недвижимость, 10% финансы, 10% сырье и материалы, 10% биотехнологии, и по 5% электроэнергетика и промышленность соответственно. И теперь давайте посмотрим, какова текущая структура как по секторам, так и по конкретным активам. Итак, друзья, я веду учет своего портфеля в приложении Intel Invest. Ссылочка на него есть в описании к этому ролику. Можно перейти, посмотреть все подробности. Если надо, также воспользоваться сервисом. Он довольно удобен для ведения портфеля. И вы видите, что текущая стоимость благофеля приближается к 1 000 000 рублей. Но доходность, конечно, невысока. Это объясняется тем, что мы покупаем действительно довольно стабильные компании, которые дают хорошие дивиденды. Это не акции роста, да, это не ракеты, которые летают там на десятки, сотни процентов, но с другой стороны надо понимать, что цель этого портфеля в первую очередь это формирование именно потока денежного стабильного, а не заработок на росте стоимости активов, да. Конечно, рост стоимости не будет лишним, я не буду от него отказываться, но здесь нам очень важно балансировать риски и доходность, поэтому такая относительно низкая доходность благофеля, как бы котировочная, да, она является осознанной решением. Итак, смотрите, давайте мы зайдем в раздел аналитика, и теперь я покажу текущую структуру по секторам. Вот таким образом она выглядит: более 20% товары первой необходимости, да, потребительского сегмента, немножко многовато, но с другой стороны времена сейчас такие довольно неспокойные, может быть и неплохо, что небольшой пошел перекос. Дальше 18% телекомы, 14% энергетика, 10% 10% коммуналка, 10% медицина, почти 10% финансы, ну и дальше там по убывающей технологии, сырье и материалы и недвижимость. Но не близко пока к целевой структуре, но в принципе диверсификация есть, это уже неплохо, дальше буду через покупки уже корректировать. На что еще хотелось бы мне посмотреть, люблю вот этот график сравнения доходности портфеля с индексом S&P 500, это вот второй высокий столбик с инфляцией и с депозитом, но я думаю, что вы видите все своими глазами. Теперь давайте посмотрим на структуру активов. По сути, одной из самых эффективных бумаг оказалась компания PepsiCo, которая дает доходность порядка 12% и рублевая доходность за счет довольно высокой доли в портфеле 7%, также достаточно ощутимо. Также Pfizer и многие другие компании показывают себя неплохо. Вот, кстати, Tyson Foods – это покупка из прошлого месяца, и смотрите, уже мы видим очень приличную доходность 2,5%. Но, конечно, не все так радужно, потому что есть и компании, которые, наоборот, расстраивают, и среди лузеров у нас китайская страховая China Life Insurance, минус 10 тысяч рублей я по ней теряю, минус 20%, но, опять же, спасибо диверсификации, потому что доля в портфеле всего там 4,2%, поэтому это не очень сильно влияет на результат, хотя, конечно, влияет. Дальше IBM, AT&T, Deutsche Telekom также проседают, старые, добрые, стабильные компании, которые вот в настоящий момент рынку как-то не нравятся. Ну и вот так вот выглядит текущая структура портфеля облигаций, который, соответственно, является составной частью Благофеля, на которой приходится примерно четверть. Ну и также перейду на вкладки сделки, и так как все-таки для Благофеля очень важен денежный поток, давайте покажу вам дивиденды, которые я получала за октябрь. Мы видим, что вот три эмитента заплатили, SL Green, МТС и Полюс Золото, и также покажу купоны, которые мы получали в октябре. В совокупности пассивный доход за октябрь составил около 4000 рублей, ну а за все время существования портфеля, то есть с конца 2020 года, дивидендами и купонами я получила уже 19 тысяч рублей, это порядка 2% доходность, и я напомню, что в начале июля мы сделали первый платеж, выбор был очень оригинален, вы, друзья, проголосовали за то, чтобы перевести деньги фонду Хабенского, наверное, самая распиаренная благотворительная организация, не говорю, что это плохо, ну и, собственно, в конце года планируем делать следующую выплату, я обязательно вам о ней расскажу. Да, пока вроде кажется, что это небольшие деньги, но я и хочу показать вот этим дивидендным портфелем, как за счет регулярного инвестирования, за счет магии сложного процента постепенно вот этот денежный ручеек, я надеюсь, будет превращаться в бурную реку, так что смотрите, тут я думаю, что там через годик-другой будет уже очень и очень интересно. Ну что, про портфель рассказала, наверное, все самое важное, и теперь пришло время перейти к акции, которую я хочу сегодня купить в дивидендный портфель. Кандидатом на сегодня стала американская военно-промышленная компания Lockheed Martin, тикер LMT. Компания, я напомню, занимается производством военной техники, обеспечивает заказы Министерства безопасности США, и именно на них приходится примерно 75% выручки компании. Стабильность. Недавно мы увидели довольно резкое падение котировок до $330 на фоне отчета за третий квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков. Выручка снизилась на 3%, чистая прибыль почти в 3 раза упала, ну и также компания понизила прогнозы по выручке на 2021-2022 год. Но я же долгосрочный инвестор, и для меня, по сути, такие новости являются скорее поводом купить акции Lockheed Martin, потому что долгосрочная компания является, ну, одной из самых стабильных и устойчивых на американском рынке. Вот мы видим, что на длинном горизонте выручка, прибыль постепенно прирастают в среднем по 9 и 8% соответственно в год. И смотрите, вот компания уже 18 лет подряд увеличивает дивиденды в среднем по 10% в год, и вот в очередной раз выросла квартальная выплата с уровня 2,6 до уровня $2,8 за акцию, и при текущей цене $330 за акцию это дает нам форвардную доходность уже больше 3%. Мне кажется, это очень неплохая долларовая дивдоходность для максимально стабильной компании. И в случае временного падения прибыли, как это случилось, например, сейчас, я не вижу опасности того, что компания порежет дивиденды. Почему? Потому что вот последние годы компания компания направляет на выплаты чуть менее 50% прибыли, да, payout ratio. И при этом соотношение чистый долг и EBITDA у нее 0,7, достаточно низкое. То есть получается, что у компании, несмотря на какие-то там колебания денежных потоков, есть достаточный запас прочности на то, чтобы пережить трудные периоды, да, и при этом есть потенциал даже для дальнейшего наращивания дивидендов. Еще пару лет, и Lockheed Martin имеет все шансы превратиться в дивидендного аристократа, а это уже такой достаточно почетный статус. Ну что, поехали, я веду Благофель в ВТБшном приложении, у меня для него открыт специальный субсчет, и, собственно говоря, давайте будем искать. Так, мне нужна компания LMT, Lockheed Martin. Так, 332.40, вот она, компания, видно недавнее падение, можно посмотреть информацию по дивидендным выплатам также, ну, а я просто скромненько покупаю, мне нужно 4 лота, на сегодня это будет чуть меньше 100 тысяч рублей, приберегу немножко кэша для следующих покупок, итак, покупаю. Нет, не покупаю. Тут случился смешной момент. Как вы думаете, как Кира и команда узнали о том, что 4 ноября это выходной день? Правильно, Кира решила купить валюту и поняла, что биржа-то не работает, валюту-то не купить. Санкт-Петербургская биржа работает, то есть если бы у меня были доллары, я бы сегодня акции Lockheed купила, но долларов у меня нет, поэтому прикуплю другой день, но пока просто коротко расскажу, что, соответственно, я буду покупать 4 лота, по деньгам это будет 1330 $31, а мои 100 тысяч целевые на месяц это $1400. Так что вот немножечко у меня еще после покупки останется, потом прикуплю и внесу это все в Intel Invest. Ну что ж, с покупками в дивидендный Благофель определились, теперь перехожу к идее для ленивого портфеля. И здесь я могу позволить себе немножко больше риска и немножко больше ставки на рост. Смотрите, по текущей структуре ленивого портфеля у меня 30% приходится на рублевые акции, а по целевой структуре я предусмотрела под этим 35%. То есть как бы можно добрать еще немножко рублевых акций, не нарушая принципы диверсификации, которые я выбрала для себя. И сегодня я решила посмотреть в качестве кандидата на компанию «Мать и Дитя». Это один из довольно ярких представителей российского сектора частной медицины. Компания изначально специализировалась на женском и детском здоровье. Я думаю, что все родители слышали про клинику Лапино, в которой мечтают, кажется, родить все инстабогини всея Руси. Да, обязательно, если человек там пребывал, он обязательно выложит фотографию в Инстаграм и похвастается. Ну, действительно, есть чем похвастаться, потому что, собственно, пребывание в Лапино, вот у меня есть данные, стоит 340 тысяч рублей по направлению роды, это достаточно прилично, и 200, там почти 40 тысяч рублей по направлению эко стоит там пройти терапию, то есть это дорогая частная медицина в основном, которая оказывает услуги по качеству выше среднего. Сейчас компания помимо вот этого женского детского направления также диверсифицирует свой бизнес, и уже больше половины выручки компании приносят новые направления, которые связаны с хирургией, онкологией и множеством других медицинских услуг. И это, безусловно, растущая бумага на российском рынке, но, мягко скажем, не самые ликвидные. Пожалуйста, осознавайте этот риск. Компания показывает хорошие темпы по операционным, по финансовым показателям. Вот по результатам 9 месяцев количество койко-дней выросло на 45%, количество ЭКО на 21%, количество амбулаторных посещений на 17%. Понятно, что здесь, конечно, есть вклад пандемии, куда без него, особенно вот койко-дни, скорее всего, с этим печальным фактом связаны, но так или иначе компания может расти одновременно по всем направлениям, не только по этому. И в итоге мы увидели рост выручки на 44%. Долгосрочно компания тоже показывает хорошие темпы роста. В последних кварталах они только лишь ускорились. Выручка растет в среднем по 14% ежегодно, чистая прибыль почти по 20%. То есть компания, с одной стороны, осуществляет экспансию, с другой стороны, она работает над эффективностью. И Что для меня очень важно, когда мы говорим о таких небольших компаниях, то, что «Мать и дитя» растет не за счет наращивания долговой нагрузки, потому что мы видим, что, наоборот, в последние кварталы она свой долг только сокращала, и соотношение чистый долг и EBITDA находится на более чем комфортных значениях 0,2%. И, собственно, сама компания считает, что главный драйвер роста до 2024 года для нее – это открытие новых корпусов и клиник. Так, в комплексе Лапино планируется открыть 2 новых корпуса. Также будет построен многофункциональный госпиталь в Домодедово и открыты новые клиники в Санкт-Петербурге и Москве. Компания планирует потратить на капекс до 2024 года 12 миллиардов рублей, и это будет финансироваться именно за счет операционного денежного потока, без привлечения значительной долговой нагрузки. Есть мнение, что драйвером роста для компании станет рост рынка частной медицины в России в целом. По прогнозам, он будет расти в среднем по 10% в следующие несколько лет. И это действительно звучит достаточно оптимистично. У меня такие прогнозы, честно говоря, вызывают определенные вопросы, потому что, может быть, и есть какая-то емкость рынка, может быть, и есть недовлетворенность спроса в этом плане, тем более, что компания диверсифицируется по направлениям и достаточно узким специализированным направлениям, но, с другой стороны, тут есть, на мой взгляд, довольно существенный риск, это возможное падение доходов населения, потому что в идеальном мире, да, мы можем видеть, что население богатеет, и население, там, какая-то часть населения выбирает для себя платные медицинские услуги, просто потому что для нее это удобнее, либо она там хочет получить гарантированное качество, гарантированный сервис. Но если будут падать доходы, вот вопрос, как в этом смысле будут вести себя люди. Возможно, здесь нет прямой взаимосвязи, потому что, возможно, богатые люди как ходили в платные клиники, так и продолжат ходить в платные клиники, невзирая ни на какие кризисы. Но это не точно. Вот у меня по этому поводу нет какой-то четкой статистики, нет исследований рынка. Вот если у вас есть такая информация, поделитесь, пожалуйста, потому что это вот момент, который немножечко меня останавливает от того, чтобы прямо сейчас сказать: все, беру «Мать и дитя» в ленивый портфель на всю котлету. Про котлету это шутка, я ни одну акцию никогда не возьму на всю сумму. Вот, ну, в общем, интересный кандидат, добавляю его в лист ожиданий и немножко подумаю, еще поизучаю рынок, пишите обязательно ваше мнение, потому что оно будет для меня очень и очень важным. Взяли бы вы «Мать и дитя», может быть, вы смотрели бы, например, на компанию EMC, может быть, на кого-то другого. В общем, пишите, это важно, я буду думать и в конце месяца что-нибудь докуплю в ленивый портфель. Ну что же, друзья, если сегодняшний выпуск Invest Show вам понравился, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Можете посмотреть наш недавний разбор Mercury Retail Group, которая собирается выйти на IPO 10 ноября, если я не ошибаюсь. Ну и также смотрите последний выпуск нашего Инвест Батла. Это интересный формат, где мы противопоставляем акции двух компаний друг другу. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя, свои деньги, инвестируйте разумно и понимайте, пожалуйста, что все, что я рассказываю в Invest Show, является экспериментом, является моим личным опытом и ни в коем случае не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всем пока, до новых встреч!